это называется, вагон. Если ты не в состоянии себе на ачиву даже зачариться. Ладно, кому пиздюлей дать? Думаешь, я один считаю то, что ты, ну, то, что ты вагон? Ты не прочарен, не засакечен, ты вагон. Ну да, это на самом деле. Давай со мной, Вой. Нет, ты Потому что здесь пробивать будет в 3 раза сильнее, чем пробивать выросли в ЦЛК. Да он тупой, он не понимает этого. Подождите, это кто мне обещал лока дать? Вот, смотри, забыл. Смотри скилл. Вот, смотри, видишь, это скилл. Да, поставьте... Не убивай магово его, пожалуйста. Кто мне лока обещал дать? Алло, кто обещал зайти? Я, Друлина. Обмен мне, пожалуйста. Нет, не убивай его, нет, не трогай. За сколько ты мне отдашь? Да бесплатно, бери. Бесплатно? Ну, бесплатно я люблю. Спасибо. На, поставь, дам, поставь портал в этот вогре, я его зачем мало ли понадобится. Спасибо. И мне надо шлифованный камень. Кто может сделать мне 3 штуки? Один, тебе нужен один. Что? Тебе нужен один, это инструмент. Ну, поставьте портал в игре, ребята. В Игримар, поставьте портал, я схожу за чарю рестор. Спасибо за камень, я тебе сейчас верни сюда. Потом. Не, не все. Все, ревай, пацаны. Так, рестор, какие тебе сокеты нужны? Я, может, блядь, даже те сокеты сделаю. Хаст, дух. Так, я ему кручу. Да не, мне кажется, МП5 лучше. С МП5? Либо МП5 был. Блядь, сейчас посмотрю, есть такой? МП5 каст, да, то есть МП5. Я могу зайти на лока и сделать слезу кошмаров. Ну, ему нужна одна слеза и один вот такой вот сокет МП5, что там, каст. Линкани в рейде, я сейчас куплю сок, сок. Думаю, ты долго больно был. Там еще нужна пряжка. Я не уверена, что у меня... Я сейчас зайду на пол-1, гляну, может, у меня есть серьги на пляж. Да не надо, не сходи. Рестор, у тебя есть деньги-то? Рестор. И тогда сюда, я тебе сейчас куплю, вставишь. Так, пряжку купил. Че, слеза, да? Угу. Бля, нету нахуй, только 10 к интеллекту и 15 к выносливости. А слышите, а синий МП5, синий сокет на МП5, как он там называется, не помню? Не, этот, как его, страхолит. Только у меня на оке рец есть. Да-да-да, очищенный страхолит или я ошибся? Не, не очищенный, это... СПД дух очищенный. Или так. Ну, он, видишь, или так, блестящий величественный циркон. Кто-то террористор, да? Сейчас. Подожди. Я другой найду. И у кого эти реги есть на инчат, заходите, это самое, поделитесь. Чё, зайду на пристан? Чё, зайду на ДК, посмотрю. Туда заходи. Или я могу зайти, у меня там 100% есть. Ну заходи. А, подожди, жмук, ты в Аргримаре? Угу. Вот, тогда иди к банку, я зайду на свой банк. Окей. Подожди, у тебя... А, ладно, я просто поняла, что у меня... Указуна. Давай по одному реста вставляй. Да, вот такой, вот такой вот. Усиленная Указуна. Зелененький. Это тебе, наверное, слезу-то в башку придется вставлять, скорее всего, или нет? Подожди, я не знаю. Нет, нет, у него желтый сокет в башке. А, да-да-да, а, согласен. Что нужно будет вставлять око, наверное, в этот... Да. В него там. Угу. Так, у меня, блядь, у ДК регов что-то вообще нахуй неба. Подожди, еще пряжку найду. Джесс, кинь, пожалуйста, паки. Джесс, ты тут? Да. Кинь, пожалуйста, паки Зулджина. Не Зулдрина, а Зулджина. Подожди, я хвойдом бьюсь. Вот, сейчас важное занятие, чувак.
использовать эту способность. А он уже в пушку вставил этот слезу кошмаров. Че, ему перебиваться или пофигу? Пляшку плюс ставит камень на хосту теперь. Угу. А, не, не на хосту. Ну вот этот, там синий сокет, короче. А где ты? Пусть слетает к этим самым... к Хадирам купит чарку в плеч Криту. Ой, СПДМ пока. Так, у нас теперь что? Два камня красного цвета надо, да? Короче, если что, Войт, пикните на этого Варнса, на последнего босса. Так я режу отхил, что это? О, у нас фейс. Ой, это такая жесть, ребята, мне только что попалось соленое печенье. Так лучше бы, чтобы Войт сразу пошел в Армсе, потому что Армс будет больше ДПС давать, это во-первых. А во-вторых, он будет сразу два бафа. И вот хорошо, Войт в Армсе, значит. Не будет его это в Армсе, потому что это ПВП спек. Ну, я понял. А, ты со мной дорогой, давай подходим к бафу. Ой, ты со мной дрался в полностью нормальном чмоте? Ну да. Капец, я чуть-чуть это... протопалом ДФБ что не нагнул. Давай со мной, Войт. Сейчас смотри меня как нагнул. Так, что тебе надо? У тебя же фулл шмот, блин, Войт, гонишь. Сейчас, Лина, подожди. Ну, этот, давай я пока приду продамся. Реально, Слава, перебейся в этого Вармса, ну, нормально, уехного. Это же минута дела. Ну, блядь. Сколько тысяч? Даже не осталось. А только ранее не будет хватать фурики, он вообще не будет бить. Ну, серьезно, давайте сделаем сегодня чилу и все. Ну хил не режется, это во-первых, там от хил зависит. Да хил-то пофиг, у тебя фурики будет ДПС меньше, ты вообще не будешь бить, у тебя раги не будет, Слава. Фурики не будет меньше, наоборот, будет больше. Ты все равно будешь давать два бафа, ты понимаешь? Для кого? Бля, Рестер, пикните, слышишь? Пикните. Рестер, смотри, тебе, чтобы метасокет работал, тебе надо два камня красного цвета, один желтого. Ты, короче, вставил слезу, это по одному камню красного, синего, желтого. И сейчас, получается, в поясную пряжку просто вставляй на 23 СПД. У тебя будет два камня красного цвета. Попробуй сейчас. Пойду на минуту, не забудь там, обновить подземелье. Там разве красного надо, а не синего? Короче... Слава, а если ты делаешь PvE спек армса, ты же хил все равно резать будешь. У тебя же резать. Тут флуп такой, короче, Лина и Рестера я сейчас перенесу в другой раздел, и Рестер, вот ты сейчас уманулся, а мы с Алиной пришли тебя в Агримар чарить. Я обратно в этот в Огри лети, сейчас я на другой канал перенесу, ждите нас, короче. Ну я отойду пока, короче, заебали. Короче, Слава, объясни. Это не исцеление, это физическая способность у нового рака. И срезать его можно только, когда у рейда мало хп, он будет меньше хилиться тем самым. То есть, единственный вариант срезать хил ему, это держать рейд на маленьком хп. Почему ролик, когда яд вешает, хан стреляет билкой? И что, срезается хил, что ли? Да. Не видел ни разу. Товар, ты даже не будешь бить много, вернее, больше, намного чем. Меньше будет. Это уже все знают, что тогда он меньше, ну, может быть тогда, когда капы другие были там на патче, там и способности другие были. Может быть он и дамажил больше, чем Фурик. Сейчас на нашем патче Фурик больше дамажит в любом шмоте. Нет. Он никак не задамажит Армс больше, чем Фурик. Видел, как Армс в фулл бисе дает 19. Ну и что? Ну и то. Я видел, как Армс в 6к давал 15. Где ты видел? На каком это сервере? На нашем, блядь. Я чё, ещё где-то играю, что ли? Ну кто это давал? Саня АУЕ. Кто? Забей.
Я тебе сказал, человека, если ты его не знаешь, как я тебе объясню, кто это, если ты его не знаешь? Я как бы объясняю, что если этот человек там давал столько, то мне уж тем более до него далеко. Курики там первые строчки ДПС. Чё, кто пизделей хочет ещё получить? Ты не понимаешь, что фурик без крита просто не будет рагу набирать. И все, ты урона тут фактически не получаешь по себе. Так, у меня крит. Тут урон получают в основном только танки, и все. И какие-нибудь меточки, которые на тебя кинутся. Ты здесь не будешь рагу из-за урона получать. Ты будешь стоять половину боя с 10 раги и не будешь дамажить. Ну давай проверим на видео, как будет. Достаю слишком далеко. Слишком далеко. Натуре вы так долго все делаете, блин. Я когда себе локов качал 5.9, я сразу все камни, все чарки за 5 минут ему сделать. Я тебе как я чему-то выбил, так сразу его зачарил. Я тоже. Про ДФБшник? Да. Ну я тоже, типа я выбил весь шмот и сразу его зачарил. Угу. На основной шмотке я сразу чарил, когда их выбивал. В принципе, здесь чарки идут одни и те же, а камни уже потом регулировал, когда собрал весь шмот, чтобы статы собрать. Ну да, так и надо. Короче, у меня 2 часа на все про все осталось, я больше не смогу сидеть. Даже не 2 часа, а где-то полтора. Ну, все, я больше не смогу. А кого мы так долго ждем? Шамана, что ли? Да. Пиздец. Так бы уже били бы, знаю, чемпионов. Бля, да пошли уже так, заебали. В этом, в Ирзовой реке, там. Скажу точно. Да пойдемте уже так срать, я хотел на эти вот чарки его. Уже просто в натуре времени не остается. Мы час сидели, ждали, пока кто-то зачарится, сменит спер. Чё стоите? Пойдём. Ну подожди, он к Хадирам улетел. Да тут лететь хуй да нихуя. Что ты, блядь, вздыхаешь? Эсса, куда ты летишь? Вон, лети за мной, я тебе покажу, да. Чуть не забыл тебя отдать.
Что теперь, смотрите меня? Не зачарили? Че он плеч уходил, купит и на старшую сумонтию. 34 орды в реге, блядь. Тыкать. Че это за дерьмо? Это мы дарт перешли на орду, что ли? Че? Эстер, куда ты летишь? Лети за мной. Ты на полетке шельху яришь или че? Наверное, на полетке. Ой, Джесс, а огонь один нужен или сколько? 4. Да я взял уже огонь, не переживай. А, ну ладно, я уже один просто скинула, ну, короче, окей. Я тогда захожу на друида. В тот момент осознания, что мне нужно было тоже все сотни ты на хосту пилить, но уже поздно. А, да, ты же друид. Если бы было ДКД на Анубарака, просто сразу бы сходили, Анубарака убили, ДХБ получили. Кстати, точно. Можно так обузить будет. А там вроде не катит так. Чего не катит? Катит. Какая разница-то? Вы пришли? 25-10. Вы чё, баггеры, сука, закройтесь нахуй. А то я чувствую, ну, я чувствую, мы не успеем за полтора часа, и вам придется сову искать. Да успеем, успеем, почему нет? Да, блин, злой, я уже тут час сижу, меня сидит девчонка, ждет, говорит, ты что, ёбнутый, ты что, нахера ты играешь в это говно? Я тоже тебя хотел спросить. Она говорит, вы что, дебилы, час просто стоите около инста и просто ждете, вы что, конченые? Тыкайте, давайте. Говорит, 10 человек, а вы не можете собраться, придурки. Тыкайте на сумму. Ты объясни, что это из одного человека. Там рестор чернулся, нет? Привет, там девушки свои давай. Йоала, тебе привет передают. Void Tripper. Тебе тоже привет. Если бы у нас работала ульда как на Офин, то 220 штук чмоть его было бы легко убивать. Почему? А, ульду что ли? Да, йога. Ну да. И типа она работала правильно, как и должна была работать. Типа не откидывал босс бы меликов, да? Ну да, и трэш можно было бы сливать. Угу. Ну мужики, ну может уже начнем на туре, а? Мы сумоним шамана. А чё на туре там сделать-то не... Там просто нехуй делать, сука. Там один скрипт удалить, блядь, который этот барьер держит, сука, со второй фазы, блядь. Они, короче, его удаляют и что-то другое. Короче, сумойся, Рестер, забей хуй. Вообще там должно стоять вся хуйня. А ты знаешь, что что-то другое ломается? Это ж пиздец, как такое может быть? Да, они чинят Мимирон, у них утюг багается, чинят утюга, Мимирон ломается. Капец, а, блин, не видит интенданта, короче, чувак, ладно. А кто, кстати, на Анубараке в третьего хила спекнет? Мы идем к Холи Пал, в Шаму Ядру сразу. А, окей. Давайте. Давай. Блин, заходите в инст, смотрите, сразу в этом шмоте без накидок, без рубашек. Блин, не будет соуспехаться? Нет. А, нет. Рубашки, хила надо. У нас первый босс пробивает очень жестко. Че, накидки, рубашки нельзя, что ли, или че? Снимаем все. Там Лея тоже можешь снять. Ты не будешь его кикать, Камле, я буду бафать, типа, если кто-то умрет. Да. Okay. Давайте, я бафаю каски, делаю склоки. А, стоп, я прото бафаю. Войт, ну ты чё там, блядь, заходишь на? Стрелы можно, вот эти 230 уровень? Вот я не знаю.
Можно. Тут можно умирать, не волнуйся. У нас, типа, просто нельзя всем умирать. Это не ДБ. Можно умирать, нельзя всем умирать. Короче, я бафаю прота, Дилас бафает каски, Пеппер бафает Плакима на реге. Я ставлю прота ауру, Пеппер ставит третью ауру, Дилас ставит от огня, от льда и вторую ауру от тьмы. Будет менять в зависимости от того, какой босс. Поставьте рыбу и дай фласочку, мои господа. И стрелы убирай там, в хавар или кто. А чё, их нельзя, да? Так, сейчас я рыбу поставлю. Так, 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 так. Рыба, рыба, вот вам рыба. Кушайте рыбку. Кресты раздал. Кстати, у меня там, короче, на иннер на КД. Можно чуть-чуть подоставить? И этот, и конвой еще уберите. С третьей пачки. Все. Пусть будет. Мешает. Ага. Бля. Кабар. Три еще раз, Лёва. Когда говно это закончится? Сука. Когда это говно закончится? Когда это дерьмо закончится, ребят? У меня парень то же самое говорит, понимаете? Это типа двойная боль. У одной парень, а у другого нет. Это же Холик, дай мне кулак на 10 минут. Хотя бы. Либо себе не на полчаса, да, если там есть. Войда парень все. Тоже говорит то, что когда это дерьмо закончится. Ну там, Ваня. У Рестера жена, блядь. Значит, как бьем? Я первым босса агрит на себя мутант. Вы секунды две не бьете. Я у него забираю босса, получаю первый стак. Потом забирает босса опять мутант. Сколько там этот дебаф висит? Кто-нибудь помнит? Добро пожаловать! Дебаф. Ну какой дебаф? Который вешает первый босс. Да. Сливаем зеленого, потом сливаем красного. Долго он там висит. Просто представьте, что вы приходите нормально. Сука. Талик не прокает, пацаны. И это не надо лететь. Фасочки свои пить. А пейте фасты, ребята, все пейте фасты. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно. Ваня, ты начинаешь. Назад, назад, милик, я не убейтесь. Вот, Геру, Геру, Геру. Три. Видите мутанты. Ой, йоу, 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 йоу. Йоу, 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 блядь. Блядь, ну и так. Дай ему батл Рецова. Заебись, ты забыл. Кидаем. Подержу. Все, ты мне дай пейпер. Ладно, Аня, забери. Забирай, забирай. Сливайте с нобельтов, сливаем первого зеленого червя. Уже можно, наверное, иннер раньше кинуть, чтобы он отхотелся. Да. Ой, червя право, лево? Зеленого. А какой зеленый? Я дальтоник. Только лево убейте. Череп поставил, череп поставил. Thank you.
Нил, вот бей нормально. Я его убью. Шамани на П перед дебаф. Надо я в центре бегу тебе. Все, отлично. Мне так чин. Дебаф на Диувасе. На Войде и на Джейзе. Поставьте ты там прилива маны ход. Войд ходер. Ребята, маны почти нет. Там на Джейзе тоже политически. На Войде. Как заказывали нахуй. Чё, все в порядке, на всех нету, не волнуйся. Хильди, я фабу убью. Где мутанта? Я ману лезу. Уже не заходили смотреть. Я вылетел, сейчас зайду. Что, ребят, сейчас на реакцию будет, давайте хорошо отбегаем. Это у меня была полна КД. Вервала говорит, что вы за Годзиллу бьете, что это за херня? Устрица, говорит. Передаешь, мы главу цыганского табора, нахуй, барона ебашит. Слово вара. Ставьте злой, прочитай гимн на ману и поставь ТТ прилива маны. Если у кого-то есть инер, самогон, залей по эфиру. Сейчас я резко подпишу. Я заливал... Линию, залей ману по эфиру. Я, у меня КД. Нормально, я резко, резко, пейте. Резко. В одном месте не стоит. Да, хилы, как-то по кругу старайтесь стоять, чтобы вы там заморозили, они всех сразу. Блин. Вот. Хей, ну хорошо, там морозило, пока там выпила. Захилю. Что-то бежите в сторону от него, в сторону. Как размажет, блять, я за вами выйду. Ну, приеду. Так пабл жмите, если на паладине, ребята. Красава. Истерию, истерию. Мутант. Слишком. А это вам не убить, а не ответить этим соседом, что можете убивать его. Опять хилы по кругу. По кругу я за спиной стою, если что. Я справа. Угу. Я отхилю нормально. Я отхилю вас нормально. Я не могу использовать эту способность. ШП ебашит, как царь, нахуй. Чё как? Слишком далеко. Если на паладине, бабл жмите лучше. Он на СПД. О! Нихуя, да все отбежали, я в шоке просто. Это просто все скиловые пацанчики. Ты что-то лагать начал, меня вообще в РК слышно? Слышно. Сань, тебе иннер не нужен? А просто откатился, она так понимаю, нет смысла сейчас СПД сливать. А, нет. Я добивайте до взлетки. Ребята, а такой вопрос есть у кого-нибудь водич? Потому что у меня нет. Гайд, да. Что, у тебя сушняк? Бой красава. Да. Инза. А может кто это у магов еду поставить? Ну, у меня маг там снаружи просто стоит. Водичка хотя бы один стак есть у кого? Да, я тебе дам. Сейчас, наверное, только у себя ее. Скажешь, как обмен кидать? Пацаны, аниме. Чё, пацаны, самогон? ХПС есть у кого? Покажите. Mm,
Я на дне. Топ. Да нормально, это не особо важно. Главное, не умирать никто. А что сейчас важно на этом боссе? Расскажите, пожалуйста. Там пуржить надо два. Рейндж набрать. Ну, рейндж... Набрать рейндж, захиливать метки и выбегать из рейда, когда вот эта вот вся херня, а еще убивать порталы. В общем, Слава, смотри, там красная метка захиливается, желтая метка, ты выбегаешь с рейда прямо перпендикулярно к стенке. И вот примерно где-то темы, короче, стоят. Вот видишь, где я, Пеппер, смотри. Примерно по этому рейнджу, наверное, бегаешь далеко не надо, иначе тебя хилы не захилят. Это Холик, дай мне кулак на 10 минут или на полчаса. Спасибо. Стой, на каком месте я по ДПС? На третьем. На третьем. ШП врывается да, просто как бешеный. ШП, ты там полегче, что ли? Ты опять тоже хилы по кругу встаньте и говорите, когда в порталы переключаться. Вы, кстати, в порталы все должны переключаться, насколько я помню, да? Да, абсолютно все. И, по-моему, он притягивается или откидывается, да? Нет. Ну... Бля, сейчас бы 3D еще, блядь, ШПшки связаться, вообще бы нахуй разрывал бы. Я, короче, справа стою, Эршам слева, жмук сзади. Вишродом небобамсом, мастером призыва, ты покорен мне. Так, я не достаю только до рестора, сейчас вот где я стою, остальных всех нормально. Я до самогона и жри СПД. Ты достаешь? Ну там до него рестор достает, так все нормально. До самогона не достаю. Вот рестор и самогон, короче. Ну да, здесь короче, рестор, держи самогона. А потом, когда он побежит ко мне, я его слечу захилю. Джараксус, эредарский повелитель пылающего легиона. Ну а теперь спорить с ним. Да, кстати, это что-то ШП этот может быть. Да, сейчас врата будут. Все врата, бейте врата, ребята. Очень бейте, уже вижу. Тебя все моментально захилили. Я захилю самого. Убили. Я лагаю. Ну, нормально, возвращайся туда. Минул. Двух хильки. Пахнет, сука, Мирик, как бы, уже молится, да? Я побежал. Или рейд. Бабу не сохнет. Блин, ну меня любит. Вулкан. Там вулкан. Что, надо кому-то убить? Не умерли. Это не хиливает. Я побежал, я славу похилил. Беги, малыш! Чернаут, играйте. Отведи немножко, я захилю. СПД, я захилю, стой на месте. А? Давай, Гера. Гера, ага. Чем? Чем? Валя? Хотя да, не надо, не надо. Хилю Дилоса, а ты этого, Веда хиль. Беги, малышка, беги! Я не достаю до Веда. Я достаю, все в порядке. Скоро вроде стаки будут. Пока. Я не достаю до самогона. Я достаю, Леха, стой на месте, все захили. Дилась пробить от меня. Быс побежал, а? Я не буду его. Похилю. Мама достаю. Крызи, блин, на месте стоишь, я захилю. Я сам себя захилю. Я ШП, блядь. На босса играть, оставьте госпожу. Красава. Подождите, я, короче, интернет-релогну, я не могу так...
Вечный круг с темной магией. А, реловый круг. К счастью, вы победили демона. Тотем, убери тотем, тотем, ребята, убирайте оттуда. Тотем, уберите все. Господа. Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстро! А, ну вас так тяжело будет. Помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Не, ну если будут все бегать хорошо, то все будет в порядке. Если везет. И поплатился за это. Да, если повезет. Вам обычно везет, так что все в порядке. Кстати, Илва, сможешь пока выйти из инста, я тебя бахну интеллект. Не, зачем мне интеллект? Ну... Я же паладин. Паладин, ну вот именно. Как релогает интернет? Смогу. Вы запустили, что ли? Нет. Ну что везет там, смотрите, кому-нибудь метку, например, злому даем. И чтобы он водил нас на этой навальке, короче, на правой. Танк, чтобы главное, этот Джесс тоже бегал от сфер. Они на месте стояли. Спасибо за квест, ребята. Это же так вовремя вы не пошарнули. Это был самый вовремя квест, который вообще видел в жизни. Линкните ДПС за Джаракуса. Чек на готовность. Так, все готовы, отлично. Сражайтесь с честью. Значит, здесь будем раздавать или нет? Нет, думаю, не надо. Да, дадим. Ну вот, просто навали лучше рост. На способности. Вара нет, отлично. За дорога есть, блядь. Там ДКшка и рога. Тут дороги нету. Они есть рога слева. Есть рога слева. Такая рога и Енх, по-моему, если я не ошибаюсь. Смотрите, я предлагаю как. Либо рогу первым, либо Лока, а рогу контролим. Давайте рогу поконтролим. Первым сольем чернокнижника. Три милика, там Энх и ДК еще. Там, вон мутант пишет, Энх типа мощный самый. Можно рогу поконтролить, а Энх, допустим, сидит. Меня слышно вообще? Точно. Ну, мутант заберет на себя Энха. Притянет. Значит, все, паладин у нас хулик. Жрец у нас хил. Соответственно, у нас остается ДК и рога. Я по возможности, значит, у нас два шамана, значит, в жабу нужно кинуть быть разбойника. Первым сливаем чернокнижника, потом сливаем разбойника. Потом сливаем ДК. Не проще было слить, он же будет к тряпкам чаржиться и шотать их. Ну хорошо, давайте прям рогу сольем. Получается рог первый, потом лог, а потом ДК. Да. Первый лог, первый разбойник. Потом чернокнижник, потом рыцарь смерти. Энха держит на себя. А помощника мутанту. Рейперу. Давайте. Самогон, только не отвались от нас. Надо нас бросать в середине боя. Так, все готовы? Я холику пока я не дам. Фир даю. Назад все, отойдите назад, пускай танки заберут. Фир даю, пизду, пускай побегают. Доливайте рогу. Сейчас диспелю Геру. Делаю себе хили. Рестер. Дилоса похили. Диспель эфир. Диспель. Стал.
Снимите с меня пэта, пожалуйста. Делать. Блядь. Тирога уже. А может Геру, кстати? Да, не надо. Рук играйте. Дайте спойлер. Ну все. Это быстрее, пока эти дебы. Ромбик или что? Ромбик, да. Пистоль. Хуй, я. Пилоса похилю. Киньте на холле пану жабу, короче, ман. Где он пока? В бабле там, в роли. Не-не, он не в бабле. Это щиток ДЦ-шный. Ой, твой следующий эфир. Пилоса, хилю, хилю. Это повихлю пока это эту бабу такую. Иди кидани эфир между холипалом и этим. А, ну ладно уже. Давайте хило сливайте, сливайте это. ДЦ давайте. Да, да, бейте ДЦ. А кто ДЦ? Я могу стан дать. Я могу стан дать, если надо. О. Давай стан. Дарьёк следующий. Через 5 секунд смогу еще один каз убить. Сейчас бабу вроде будет. Сливайте хули, по-моему. Да, нормально. На вальках самое сложное. Ровка, ну, с пулами давай. Одним ровка способность будет. Да-да-да. Так тоже думал, лучше будет. И вы не стойте, как в писаном шмоте бегаете постоянно. Надо, чтобы кто-то вводил, если что. Ну, давай положу. Тут вообще критично, если попадаем под веша. Какие сверху мы будем собирать? Расскажите, я забыл. Ну, пока мы стоим, короче, при пуле босса, мы должны собирать темное. От светлых убегать. Если две светлые в рейд прилетают, мы, короче, ваншотаемся сразу. Кроме сапожки на меткость. Распылить нахуй. Да чё, у меня с ульды с йога. Вообще, няшный. Я поставил чуть-чуть, чинитесь. Короче, смотрите, пока объясню, если чё, поправляйте. Хорошо, дайте 3 минуты, давайте. 2 минуты отойдите, курите. Сейчас берем светлую власть, собираем темные шарики. Потом по команде, если чё, берем темную власть, собираем светлые шарики. И вы на всем протяжении боя, короче, как в ульде, если помните, вы должны от шариков убегать вообще, даже при смене цели, короче, когда порталы берете. А то получится так, что мы, не дай бог, короче, сменим эти полярности, короче, и вы побежите и бездумно на два шарика наткнетесь, и ну и он шотнет нас. То есть тут, короче, надо быть максимум аккуратным. Подожди, ты говоришь светлую брать. Вначале вроде темную воронку всегда брали. Вот слева какая сейчас тут будет стоять? Темная. Темная. Темная? Вот темную берем, короче, и получается светлые шарики собираем. А я беру светлую шарики. Воронку и собираю темные шарики, да? Темные. Да, да. Темные, темные, нахуй. Блядь. Да, тут все наоборот. Берут и собирают темные шарики. Когда меняют светлую, то собирают светлые, отбегают, соответственно, от других. То есть собираешь те шары, которые у тебя стоит. Воронка да. Твоя. Окей. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последний. Еще от воронки, короче, надо найти, отойти на максимальный рейндж. Кто босса вызвал? Во. Зачем вы запустили босса? Может, выйдем из инста или нет? Не-не-не-не, зачем? Они не запустятся. Вот сейчас все темную власть берут, темную сущность, и подходят к светлому порталу. Вот это, ну, все это интересно, но самое главное, знаете, на чем мы проебаться можем? Сабагот, где взял сферу? Сферу где взял?
Да Холик, дай мне кулак, пожалуйста. Босса рядом, да, с этой херней. Если мы не успеем вовремя сменить и снести нормальный щит вот этот на второй вальке, то мы проиграем. Вот я, короче, с этим, с Crazy Brain'ом сейчас стоим в квадратике на максимальном рейнже, короче, от портала. Вот, все, вот сейчас вот. Вот у меня вот тут вот он активный. Так, где мутант, либо Пеппер? Да, то есть он не вплотную надо подходить, он бывает, ну, раньше, то есть активный. Вот когда вот вы видите вот эту херню, вот этот беленький кружочек. Да, хорошо. Он когда светлый становится, типа вы можете взять его издалека. Значит, если появляется щиток на вашей вальке, которую вы бьете сейчас, то есть на светлый, рост никто не дает. То есть вы просто продолжаете бить и все. Если появляется рост на моей вальке, соответственно, и вам нужно поменять цель, то вы, ну, даете рост. Это танки возьмите лучше до стойки, да, хуй, блядь. У меня настойка есть. Давайте, здесь аккуратно, потому что на пула нет. И это, я скажу, мне тут придется инер залить, я нон-стопом буду хилить, поэтому готовься, самогон. Самогон, дай обмен на Друлина. Что сразу тебе? Друлина? Почему только я класки даю? Я, между прочим, из личных запасов даю. Че, я вешаю частицу на Джеза, священный щит тоже на Джеза, и хилю мутанта нон-стопом. Да, у меня свой щит есть. Все, обновляй тогда. И там каски, ребята, обновите. У меня нет класс. Последний чек. Дай свой фласк. Да у меня нету. Жрец тогда готов. Пошли. Давайте танки. Во имя темного повелителя. Во имя короля лича. Вы умрете. Вы ближе к квадратике стоите, шо вы как эти, блядь. Сейчас от светлых надо бегать, правильно ведь, да? Да. Отходите, вот за квадратом, блядь. Докастовывайте, просто перебегите. Да-да-да. Квадрат на себя поставь. На джин. Черепок. Перепосломить 5 секунд. Внимательно. ТЗ, помогите. Ага. О. Эти мои. Геру. Каст. Здесь черный не ловите. Угу. Ловим белый. Сирий. Пойдет черный брейд. Вот они что. Ну стойте в квадратике. Вон. Угу. Приспособность 3 секунды. Приготовьтесь менять, если что. Меняем. Оттуда отбежали, там воронка будет крутиться. Там. Белые не ловите, черные ловите. Цыганские. Ловим черное, напоминаю, черное. Белое плохо. Белое плохо. Расист. Белое вред летит. Внимание, способность. Приготовились сменить, если что. Или к порталу поближе. Меняем. Убежали оттуда, там воронка будет. Быстрее, быстрее. Белые ловите сейчас. За грузы. Слышь, злой. А. Раз-два. Чё? Два фетиш, короче, профит, потому что получается ты будешь за босса два раза треньку прожимать. То есть я ее так... Так я ее и так два раза прожимаю за бой. Ну, а так будешь четыре прожимать.
Понимаешь? Ребят, мы молодцы, нам осталось только последнего босса убить. Если никто не затупился шмотом, то нам дадут ачиву. Значит, сейчас у нас 8 секунд, когда давайте сейчас 5 минут покурите, потому что нам нужен рост. Рост — это мастер. Так, 5 минут, но я, короче, как раз успею потрахаться. Сейчас. Сюда, сбля. Что за жестко. Что, да, ребят, девушка, делаем ставки на то, кто запорит ачиву шмотом. Не надо, не надо, нормально же шли без ставок. Так шмот, нормально все. Что ты? Вдруг кто-то. Проблема была у Лероя в том, что Лепал не обновил частицу. Я думаю, наш Пеппер не такой. Это вот, слышно, сколько у тебя меткости? Каски обновите? Ты на кого? Сейчас. Блять. Хорош. Подумаешь, ты пиздец. Покажите хил с этих слалек. Шо хилю, хорошо. Сейчас я канал отхил. Сейчас на 30 секунд отойду. Молодцы. Давай, хил. 5 минут. Даже не 5. Минуты 4 покурите. Вот ДПС. Нормально. Ну, мы на финишной прямой, ребята. Кстати, но мне каски нету. Не порядок. Звездочки, останавливаемся и здесь стоим. Дальше не бегите. Если мы убьем, дадут много ЕП. Очень много. Сколько? Сколько ЕП, кстати, в натуре? Когда есть? Убьем, тогда 10 тысяч. 20 тысяч, давай. 10 тысяч. Мне 20 тысяч за все мои страдания. Это и можно ГП дать. Да тут, блядь, с таким шмотом рейд зерговый, нахуй, на самом деле, это хуйни. Не, ну так понимаешь, все, это ж нужно было еще собрать это все. Ходить. Я фармила долго, короче, со всеми. Не знаю, я недолго фармил. Вот мне Джесс нужен, должен персонально закидывать еще за то, что я каждую неделю с ним инста фармлю. Два инста фармлю с ним. Да, дорогой? Ну вот, он ушел. Теперь не будет мне никто хвалить. Она, я тут с утрюсом могу афакашить. Лёха, помогу. Мы все равно ждем Геру. Так, все, я кончил. Успел. В руку. Тебе. Ну я чуть не задохнулся там в этой штуке. Я такой смотрю уже, у меня там дыхание полоски закончилось. Хуя ты, блядь, дрочер, перестарался. Надо каски обновить. Да, и дайте монорек по присту, блядь. Что это за хуйня вообще? И вообще это, как-то можно изи. Варах. Да. Кулака на варах нет. Вообще, да? Ну ДК тоже кулака нет. Думаю, слышь, мне лучше объятия вампира снять. Потому что, блядь, фул гири, нахуй, чё, у меня захил пиздец. Ты чё, гонишь? Не снимай. Будет. Не-не-не, не снимай. Пусть тебя хилит нормально. Плюс ты не себя же только хилишь, ты же еще других хилишь. У нас еще друлина отвалилась. А Вова зайдут? Я отвалилась. Ну ты что-то на месте бежишь? Ну, тебе кажется, у меня все в порядке. Она стоит. А сейчас я релогнусь. Че, обсуждаем моменты важные, чтобы мы тут не облоханулись? Да. Славян, ты же топовый, броню стакаешь? Ну да. Отлично. Хорош! Хорош! Ребят, я сейчас отойду на пару минут. Хорошо, хорошо. Если кто-то хочет нам подписать, поставить, заходите, давайте сейчас это сделаем. Что мы это купили? Посрать, поссать. Самогону в жопу отъебать. Твоим языком. Это типа фишка твоя, да? Ты жаждешь, чтоб тебе, блядь, очко отлизали? Да. Ай, сука, дебил.
Бля, я забыл шмот на ДФБ поменять, ступни. Это кто сказал? Да я пошутил. Я тебя, блядь, чуть не убил, нахуй. Я такой отвечаю. Сам себе причем бы. Самое главное, не срывайте игру, когда я подведу трэш, то будете бить трэш. И еще, Дилос, кто там еще может, если вы будете видеть, что кастует моб, этот закоп, сбивайте каст. Или волшебным потоком, или гневом небес. Заходи половыни с гнев небес, если что, скажете, застанем. Да, хорошо. Значит, Дилос, тут ставь от льда ауру. А, стоп. Ну да. Или на третьей фазе. Вот, тотем. Значит, жрец ПД. Поставь тотем на этот. На силу природы. Слышал это, откуда такая тринг падает с сарпом? Я тут. Я только что заметила, что у меня парень уже минут 20 как ушел. Давайте, фул баф. Это Холик, дай кулак, пожалуйста. Меня слышно? Раз, два, четыре, пять. Слышно, слышно. Блять, с ульды, Лёх, ёбаный в рот. Холик, дай кулак. Ну, ты видишь, блять, 226 шмот, тупица. Чё у Друлины чешка одета? У меня не одета чешка. Да ладно, прекрасно. Значит, ещё. Дай на 10 минут Дивус кулак, Холик. Если будет выходить на второй фазе вторая пачка трэша, третья пачка трэша, нужно будет, чтобы ретрики и милики все помогали встанить. Смотри, что можно, короче, сделать. Допустим, на второй, короче, я могу одного в шакле держать. Вот, отлично. Ретрик может кинуть покаяние. Да, ретрик может кинуть покаяние. Отлично. Только слышь, Джесс, ты ставь метки, чтобы они не ошиблись кто кого. Да не-не, пускай ретрик покаяние кидает первое, а я уже сориентируюсь, кому дать. Мне дай. Давайте, чек на готовность. Да кулак, Холик, дай мне. О. Саня жмок его, и слава, вы где? Вайтхолдер. Да, а чё на ДК нету, короче, кулака, или мне кажется, но я Славе сейчас десятку поставил. Кто кулаки бафа? Ты бафа. Оля, ты. Замечательно. А чё нету, блядь? Они, мы, короче, весь бой без кулака, походу, били. Да, нуба. Так, короче, смотрите, огнев небес вынес на панель. Слышишь, мне нужно. Гнев небес на панели и волшебный поток. Подведешь, короче, к боссу, скажешь мне, я застаню их, если что. Ну поехали, уже умоляю. Поехали, я готов. Войт. Стойте, Войт, подождите. Маленький нарек. У нас нету славы. Я могу. А в Украине. Играем слава, не начинайте, подождите. Славик. Нету славы. Никто не бьет. Ждем. Ебать. Дядь. Не, может отошел тоже в туалет. Подождем сейчас. Я частицу на протопала повесил и обновляю, короче, хилю мутанта. Если что, я могу на пила возложение дать, если маны не будет. Не, я гимн спою еще.
Когда тотемы будете ставить? Бля, Пеппер, а нахуй ты в первом пати? Ты так по мане нахуй сядешь. Закинься. Я не знаю, что меня с Редриком не объединили. Можете его вместо дублины поменять. Нет, Друлина тоже хил. Алло, Ретрика лучше, бля, в первую пати закинь. Угу. Вместо Славы будет Кипера. Так я могу к вам кинуть вместо самогончика Друлина. Блять, Диваса вместо Друлина закинь, и все нормально будет. О, или так, нахуй. Слава. Ой, пидор, ты скоро придешь, ты заебал! Сука, вот, нихуя не дамажишь, еще, бля, АФКш, как черт. Ебать, так и угонил этого бомжа. Ну, а ты тут, нет? Самогон чему испортил мувик. Вот Слава здесь. Че, мы Слава здесь. Вячеслав, скажи что-нибудь в РК. Вячеслав. Все, отлично. Давайте, все готовы. Отойдите от босса подальше сейчас. Это место станет вашей могилой. Давайте, все звезду танки. Отлично, помощники с одной стороны. Убивайте эти сферы. Нет, не без, давай, Пеппер. Mm-hmm. Нет небес, Пеппер. Я не дал. Пасы на потом. Кидай. Частицу, главное, обновляй на мне. Да, я вижу, я вынес его на панель. Помощники вышли. Тебя Друлина. Аж меня там гнев не писал. Нет, не бьет. Сука. Да. Бери вас, гнев не бьет. Не надо, стану мудай. Все, отбегаем быстрее, все отбегаем. Беги, Рестер. Направо, 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 направо. Лужу, лужу, давай. Нормально он все сидит. Или что, или ходит? А что за хуйня? Ну, короче, там и стой, не двигайся. Да, двигайся. Двигай, звездочки, Рестер Икс. О, я первый. Нормально. Ребята, ребята, стаки не копите от этих мобов, бегайте от них. По команду ресну, короче, похилите там. Лазит okay. Он на 6 секунде вроде. А показывает еще 20 секунд. Снова не было процентов хп. 50, по-моему, или 64 вроде. Не знаю, посмотрим сейчас. 62, по-моему, что-то около того. Сейчас все от него зависит. Меньше половины на рейде держите, там посмотрим. Танка держите на процентах 80. Рейд держите на процентах 37. Сулис. Давайте все звездочку собираемся. Крэш сорвем, да? Да. Горн, мутант, обнови. Я готов гнев небес и волшебный поток, скажешь, если что. Давай гнев небес. Да. Процентов, смотри, видео. Давайте хилю, план зависит, все. И хилю пока что. Я хилю танков только, короче, мутанта и джеза. Так, этот трэш будем сливать. Рестер, полегче. Полегче, друг, полегче. Кидай стрим.
жизнью, когда ты... Рез хила. Тебе спадим кто-нибудь. Самогонит ФБР. А, ну да, конечно, объясню себе. Ты, блядь, каз не можешь сбить нахуй, или чё за хуйня, блядь, жест? Рез, 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 рез. Нет, скорее. На резом. Иннер дала. Хилю танк. Гимн на ману читаю. Хилю танк. Не передамаживаемый, он хилит. Да, бля, вы не понимаете, блядь, или чё, блядь? Бой нахуй. Ебать. Хорош, блядь. Вы бы сказали, да, без-то. Пробуем еще раз. В смысле, это все?